Привет, ребятушки. Еду я на проводе. Не снимала сегодня вам целый день. Ничего из видео, но думаю, это ж если я вам видео не выложу, это ж завтра будет тебе спрашивать, куда Лилёк пропал и что делать. И что случилось? В принципе, ничего не случилось. Случилось лишь то, что я когда вчера убирала на работе, ручки я защитила, а глазки. Вы бы видели мои глазки вчера вечером, ну, наверное, тот, кто видел мои песни в Смуле, обратил ли внимание, что за очками такие глазки. Ну, во-первых, я уже в кровати пела, поэтому то, что они сонные были, это нормально, то, что они припухшие. В общем, пошла какая-то аллергическая реакция, у меня я сегодня утром стою, такая, знаете, китайозя. Свята белого не бачу, ничего не бачу, но чувствую, что кушать-то хочется. В общем, короче, кофе попила и покушала, и встала, и постирала, и все поубирала. Вот. Ну, а глаза вот это только к вечеру сумела разорвать. Я уже и примочки какие-то ложила, еще что-то. Ну, в общем, немножко красные. Думала взять на завтра больничные, а потом, ну, тоже ж не могу пацана одного оставить, понимаете. Лилёк же не такой. Ну, будем мигать клиентам одним глазом, говорить. Простите меня, я вас плохо вижу. Шепните мне что-то на левый или на правый глаз. Ну, в общем, как-то так. Я сегодня уже и ромашкой, и просто теплой водичкой пыталась. Вы понимаете, какая-то как такая припухлость. Ну, не прыщики, а вот, ну, прям чувствую, что вот не мои глаза. Эти глаза напротив. Калейдоскоп огней. О, точно, калейдоскоп огней. Ибу. Причем всех разных. Красных, синих, зеленых. Ну, в общем, вот такие вот дела. Так что завтра на работу. Вперед из песни. Что еще я вам хотела сказать? Хотела написать комментарий под своими песнями. Как только выставлю свои песни. Ну, во-первых, монетизации на песнях нет. Там хоть и стоит реклама, но там стоит реклама от совершенно других, кому принадлежат авторские права. Так что вы не думаете, что Лилёк на этом зарабатывает денежки, потому что кто-то там пытался писать, что ты за выкладываешь. Ну, мы такого человечика сразу отправили в бан. Просто я специально выкладываю эти песенки, ребятки. Кому не нравится, не слушайте. А вот кто падает смертью храбрых и отписывается, туда и не дорога. Понятно? Я людей люблю оптимистических, веселых, таких же, как я сама, не унывающих. А кому не нравится, значит, вы не туда попали. Вот так вот. Мы у себя дома, мы у себя на канале. Мы себе позволяем писать, давать ответы на комментарии, те, которые нам нравятся. Вот, и вы знаете, некоторые комментарии прямо вот задевают за душу, потому что, ну, во-первых, очень много наших женщин проработала, прожила в Италии, видят эту мою дорогу, видят, как я работаю, видят, как я туда-сюда кручусь, верчусь, как белка в колесе, потому что это не одна я такая, это каждый в себе узнает в отчасти себя самого. Кто-то уже на Украине вспоминает пройденный путь. Кто-то, ну, неважно, не Виталий, кто-то был, да даже в России где-то на заработках, какая разница. Или в Испании, или в Португалии, господи, где наших людей только не поразбросал. Вот, поэтому, кому нравится, тот смотрит, кому не нравится, пусть глазки закрывай, бай-бай. Если я сама в бан их не отправлю, то пусть сами уходят, правильно? Вот так вот им. Ручкой на дорожку помашем. Он Сева себе хотел конкурс устроить, да? Невесту выбрать. Так что все туда, до Севы на конкурс. А нам нужны нормальные, строевые, боевые, смелые, ударные, правильно, не унывающие. Так что женщины, девочки, мужички, мужчинки, пацаны. Я знаю, что меня люди в основном смотрят практически моего возраста, но есть и помоложе.
Есть и молодые пацанчики, которые учатся готовить. Так что учитесь. Будем рассказывать, будем показывать. Будем весело жить и дружить. Вот так вот. Лилёк на вечер опять чем-то, какими-то стихами непонятными заговорила. В общем, все, ребятушки, на этом пока. Увидимся завтра.